Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу приготовить вкусные, интересные бутерброды со свеклой. Если интересно, как они готовятся, оставайтесь со мной, будем готовить их вместе. Итак, что же нам для них понадобится? Хлеб. На одну примерно крупную отварную свеклу нам необходимо будет взять 5-6 штучек чернослива, один плавленый сырок, один зубчик чеснока и майонез. Приступаем. Первое, что необходимо сделать, запечь хлеб в духовке или в тостере. Натираем свеклу на крупной терке. Также на крупной терке натираем сыр. Чернослив нарезаем как можно мельче. Добавляем майонез. Все хорошо перемешиваем. Попробуйте на соль и, если есть необходимость, присолите. И теперь каждый кусочек хлеба тщательно натираем зубчиком чеснока. И теперь на каждый кусочек хлеба аккуратно выкладываем свеклу с сыром. Чтобы это было не только вкусно, но еще и красиво. Ну что ж, бутерброды готовы. Они украсят не только праздничный стол, но отлично подойдут на перекус к супу, к картошке, к макаронам, к чему угодно. Надеюсь, что вам этот рецепт понравится и пригодится. А я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем до свидания и до скорой встречи!